Приветствую всех, кто смотрит сегодняшнее видео. Как сделать так, чтобы толпы туристов с фотоаппаратами и крики уличных торговцев не испортили вам знакомство с Римом? Рим – это город, полный любви и романтики. Каждый раз, когда гуляю по нему, он открывается для меня с новой стороны. Он хранит в себе множество тайн и неожиданных сюрпризов. Перед поездкой в Рим вам, туристам, нужно обязательно подготовиться, чтобы правильно спланировать поездку и побывать в местах, которые туристы обычно пропускают. Сейчас мы находимся на холме Авентин в городском Розарии. Он открыт с 21 апреля и до середины июня, в самый пик цветения роз. Розарий разделен на две части, одна из которых открывается 21 апреля, на день рождения города, а другая – после проведения ежегодного конкурса по выведению новых сортов роз. В этом году было представлено на конкурс 108 новых видов роз из 10 стран. Розы-победительницы были высажены в розарий. Благодаря табличкам, которые находятся под каждым кустом, можно узнать название розы, в какой стране ее вывели и премию, которую она получила. В этом году конкурс на лучшую выведенную розу прошел 19 мая, и уже с 20 мая был открыт вход во вторую часть розария. И хочу заметить, бесплатно. Мое сегодняшнее видео называется «Романтический Рим». Если вы приехали в Рим во время цветения роз, берите своего спутника или спутницу за руку и ведите в римский розарий на холм Авентин. Здесь, в самом сердце города, вы попадете в незабываемую романтическую атмосферу. Возьмите с собой что-нибудь для пикника и наслаждайтесь красотой и ароматами роз. Розарий работает с 8:30 и до 18 часов. В древние времена здесь находился храм богини Мурчия. В честь ее и назвали улицу Виа Дивали Мурчия, где сейчас находится розарий. В средние века вся территория розария была засажена виноградниками. Во времена правления папы Урбана VIII и Иннокентия X в городе проводились грандиозные работы. В связи с этим на это место было перенесено еврейское кладбище, и называлось оно «Еврейский сад». 2,5 века здесь было кладбище. В 1895 году его закрыли. А при правлении Муссолини началось строительство улицы Виа дель Черкомассимо. Еврейское кладбище опять помешало. Тогда его остатки перенесли на Кампо Верано. Как-нибудь покажу вам это монументальное кладбище. Некоторое время территория пустовала, а потом было решено сделать здесь розарий. И вот уже 77 лет на этом месте проходит конкурс на лучшую выведенную розу года. Ну а мы с вами наслаждаемся красотой этих прекрасных цветов. Кстати, в память о кладбище дорожки, сделанные в розарии, напоминают форму подсвечника. Розы, розы, всюду розы. Красные, желтые, малиновые, белые и даже фиолетовые. Описать аромат роз невозможно. Мне кажется, что запах роз еще зависит от времени суток. Иногда он кажется неуловимым, а потом меняется. От неуловимого переходит к нежному, душистому, и даже в аромате некоторых роз присутствуют фруктовые нотки. Переходя от куста к кусту, вы сможете пробыть здесь от часа и более. И, честно сказать, уходить отсюда не хочется. Рим входит в список самых романтичных городов мира. И это не случайно, ведь именно здесь был снят самый романтичный фильм «Римские каникулы». Романтичные места в Риме, они повсюду. Например, магический фонтан Треви, испанская лестница,
одна из самых живописных мест в Риме. Потом Пьяцца Навона, одна из самых известных площадей Рима. Трастевери и смотровая площадка на холме Яникул. Можно перечислять эти места еще очень долго. Но есть в этом городе и такие места, где уровень романтики достигает максимума. К этим местам можно отнести и розарий. Но не только розарий считается романтическим местом на Авентине. Если подняться вверх по Виа Санта Сабина, вы попадете в апельсиновый сад. Это место тоже должно вам понравиться. Туда я обязательно загляну после розария. Переходим улицу и прогуляемся по другой части розария.
Специально для всех влюбленных, которые бывают здесь, в ландшафте Розария есть сердце из роз. А на арки и заборчики обратили внимание, какие они красивые? Напомню, вход в этот розовый рай бесплатный. Но помните, что он открыт с конца апреля и до середины июня. А потом в следующий раз его откроют осенью на 2 недели. Но самое удачное время пребывания здесь – это конец мая, когда открыты 2 части розария. Выйдя из розария, я поднялась в горочку по улице Санта-Сабина, и вот я уже у входа в апельсиновый сад. Это еще одно романтическое место на холме Авентин. Влюбленные приходят сюда с фруктовыми корзинами и шампанским и проводят здесь вторую половину дня. Звучит ненавязчивая музыка, греет солнышко, а с панорамной площадки открывается прекрасный вид на Рим. Thank you.
Я советую прийти вам сюда во второй половине дня. В это время здесь будет самый лучший свет для съемок. И Рим купается в золотых лучах света. Апельсиновый сад вечером закрывают, и поэтому вам необходимо знать график его открытия. Итак, с октября по февраль апельсиновый сад открыт с 7 утра и до 6 вечера. С марта по сентябрь с 7 утра и до 8 вечера. С апреля по август с 7 утра и до 9 вечера. Но и уж если я нахожусь на холме Авентин, стоит подняться еще выше, чтобы в очередной раз заглянуть в замочную скважину Мальтийского ордена. Это одна из достопримечательностей Рима. Заглянув в замочную скважину, можно увидеть сразу три государства и прекрасный вид на купол собора Святого Петра. Три государства – это Мальта, которой принадлежит резиденция, Ватикан, в котором находится собор Святого Петра, и Италия, к которой относится все, что в промежутке. Как видите, здесь небольшая очередь, чтобы заглянуть в эту загадочную замочную скважину. Площадь Уста Истины и Чирко Массимо. В Риме очень много таких мест, которые открываются только один раз в году. Например, это монастырь Святой Франчески. Его открывают для посещения только на один день в марте. Он находится между театром Марцелла и Капитолийским холмом. С Авентинского холма я дошла до Капитолийского холма. Сейчас перед нами две лестницы. Одна ведет в базилику Санта Марии Нарачелли, церковь Девы Марии, а другая лестница, которую спроектировал Микеланджело, ведет на Капитолийскую площадь. В последних видео я вам показывала вид на Рим с Капитолийского холма. Сейчас же я показываю вам, как прекрасно выглядит Капитолийский холм снизу.
Это инсула, так называемый древнеримский многоэтажный дом. Сегодня мы видим только остатки. Инсула датируется вторым веком, и находится она у подножья Капитолия. Уровень Древнего Рима был на уровне первого этажа здания. На первом этаже дома были лавки и мастерские, а над ними были три этажа с квартирами. Самый верхний, пятый этаж, не сохранился. Нашу сегодняшнюю прогулку я заканчиваю у алтаря Отечества. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых видео, друзья!